Padre, ni está papo. Bueno, papo está ahí. Какая Маша красавица. Обалдеть. Теперь только она будет вам кушать. Мастер-шеф. И покажет нам, как мы умеем, как она готовит. Да? Все знают, что мы будем готовить? Да. Мы будем готовить хот-доги сегодня. Кто-нибудь ел хот-дог когда-нибудь? Да. Да? И он не ел? А кто ел хот-дог? Я. И вы? А вы не ели, вы не ели. Тогда сегодня у вас будет... премьера, вы будете первый раз пробовать хот-дог, который сделали сами своими ручками, да? Что? Все ручки помыли, все готовы. Слушай, а вы знаете, что? Покажите Золушке ручки. Чистые? Все чистые. У всех чистые ручки. А что входит в хот-дог? Что, из чего готовится хот-дог? Кто мне скажет? Из сосиски. И что там еще есть? Морковка. Морковка, огурец, сметана. Молодцы, девчонки, быстро нашлись. Правильно. Любите солененькие? Да. А что, ты любишь сладенькое? Конфеты, наверное. Оладушки ты любишь. Отлично. Вкусные пальчики, которые, наверное, сама готовишь, да? Ну, правильно, умничка. Дома, да. А ты что любишь? Я ее люблю. Жареную? Или жареную? Жареную? Хорошо, а ты что любишь? Тоже картошку? Да, это интересно. А ты его нашел? Что? Колбасу? Что-что? Ну, мы же принцессы, и ты подружка. Вот наш шеф. Здравствуйте, дед. Здравствуйте, настроение да? У вас? Хорошо. Хорошо? Все, все ручки помыли, да? Да. Вот, показали свои ручки. Вот, на всех чистые ручки, да? Чистые, чистые. Молодцы. Сегодня мы будем, как ни странно, делать хот-дог. Только хот-дог полезный. Не такой, как продают фастфуд. Деткам их можно есть. Если вам понравится, родители будут... Хорошо, родители стараются. Равномерненько, чтобы везде было печь. Маша, ты получается? А у тебя, Маша, получается? Давай. Нет, не получается. У всех получается? Да. Какое нелегкое это дело, размазать кетчуп по булочке, да? Оказывается. Все справились? Юна, и вторую сторону размазать. Нет, еще не помню. Итак, все. Маша, дала хорошо? Да, да. Это вкуснее мама создала. Конечно. А я вот. Все справились, задачи? Да. Да? Теперь у нас есть огурчики. Кто любит огурчики, на низ. Размажем аккуратно. Все любят огурчики. Я бабочка. Я бабочка. Ничего. А вы знаете, Маша, какие? Давай, Люська, подъедем. Домашний майонез. Мажем сосиску майонезом. Берем майонез. И он чуть-чуть подъедет. Не ложечку. Бери ложечку и мажем маслинчик майонеза. Хорошо, налей. Не надо не умять, надо вот так вот. Ложечкой придавить, пососать, чтобы она...
папе петрушку. О, она хочу распределить вам сосисочку. Не можно. Что ж, лучше есть? Ну, ладно. Да, внутрь сюда. Ну не балуйся. Подкрепляем, набираем сетил, потому что сейчас сюда намазываю, только на следующий. Нам нужно силы, чтобы играть. Давай, открывай рот. Вероника, под краешку над столом. Вот тут, потом это здесь, вот тут это все. Без зубов, никто бы нажимала. Нажимала? Как же наелась? Да. А сосиски еще не дошли. До сосиски еще не дошла. Уже булки наелась и все. Ну что, подкрепились? Нет. Нет еще? Еще кушаем? Ну кушайте, кушайте, набирайте сил. А то у нас сейчас так для вас такое сложное испытание, просто не представляете. Давай. У вас силы есть? Да. Да? Я потом проверю вашу силу. Посмотрим. Да? Ты красавица, без варианта вообще. Никто не спорит, Даша, Дарин. А вот папа. Опускаем. Опускаем.